На днях Куюргазинский историко-краеведческий музей в Ермолаево посетили почетные гости. Владимир Федотов, генерал-майор Федеральной службы охраны Российской Федерации, с супругой Верой Федотовой, полковником Федеральной службы безопасности Российской Федерации в отставке. Экскурсию для них провела учитель истории школы номер один Елена Яковлева, являющаяся также руководителем школьного музея. Она рассказала им обо всех выставленных экспозициях, героях района на стендовых фотографиях и ответила на вопросы о том, как собираются исторические данные и экспонаты для музея. А 19 век уже непосредственно связан с помещиками Шоты, которые сюда приехали, выкупили эти земли. Это, получается, у нас Ипполит Шот, основатель всей практически нашей инфраструктуры, можно сказать, с нашего района. Там он основал винокуренный завод в селе Ермолаево. Здесь вот фотография начала 20-х веков. Владимир Федотов много лет живет вдали от малой родины, в Москве. Приезжая в Башкортостан, он не упускает случая посетить родные места, район и село. С большим чувством я жду всегда этот отпуск. Сейчас вот там, где папа с мамой жили, они же в Ермолаевке начинали работать. После войны приехали сюда, работали, а потом вот они уже, папа уехал заведующим медпунктом в Кульчан. И они там 55 лет. Вот, и, в общем-то, у нас и четверо детей, и все родились здесь, но только старшая вот в Ермолаевке родилась. А так вся жизнь связана вот с Ермолаевкой. В школе учились, все время приезжали сюда, все соревнования, да. Вот, были случаи, дрались с ермолаевскими пацанами. После экскурсии Владимир Федотов сделал памятную запись в музейной книге отзывов и, впечатлившись всем увиденным, пожелал несколько слов на прощание. В первую очередь я пожелал дружбы большой между всеми народами, чтобы люди всегда помнили свою историю добра, мира, любви и счастья.